одним из правил выбора объекта для фестиваля Tom's Story Fest Саратов говорит о том, что фестиваль не работает с домами, приговоренными под снос. Ну, потому что мы нормальные люди, мы не хотим тратить свои силы, время, ресурсы для того, чтобы просто приговорено, что будет уничтожено. Поэтому, конечно же, в 2019 году мы обратились в администрацию с своей инициативой привести этот дом в порядок и выяснили, что никаких планов по сносу, по признанию аварийным этот дом не имел. Такое решение администрации, оно, в общем-то, не только выказывает пренебрежение к нашему, собственно, труду, это вообще ставит под сомнение вообще целесообразность участия волонтеров вообще в деле сохранения исторического наследия, культурного наследия. Да? Это ставит под сомнение вообще наше дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами, потому что они, ну, тоже люди, инвестируют деньги, ресурсы нам помогают, и в итоге все это как под нож бульдозера, под ковш экскаватора. Были произведены работы конкретно по укреплению фундамента вот этой пристройки. Цоколь, силовая часть пристройки, кровля. Это не косметические работы.